Колокольня Троицы Сергиевой Лавры – самая высокая в России. Ее высота – 88,5 метров. Строилась она по проекту Растрелли более 30 лет и была закончена в 1770-х годах. До революции Лаврская звонница на 5 ярусах насчитывала 42 колокола из капустного литья. В 30-х годах прошлого столетия большая их часть была утрачена. Родных осталось только 13. Для полного звона необходимо 25 колоколов. За два десятилетия 21 века большую часть восстановили. Сегодня поднимали последние 4. Вот с Божьей помощью нам удалось это сделать. И это последние колокола, которые дополнят набор наших колоколов. И теперь у нас полный набор будет 25 колоколов. Колокола отливали в Тутаеве Ярославской области на заводе Николая Шувалова. Игумен Антоний, пристально следящий сегодня за подъемом, несколько раз побывал на предприятии. Проверял, чтобы колокола звучали идеально. Несколько раз браковал, потому что они не вписывались в ансамбль нашей звонницы. А эти уже подошли по звуку, по тембру, поэтому были приняты. Самый большой весит 100 пудов, то есть тонна 600. Второй колокол 540 килограмм, 300 и 350. Полный набор колоколов сергиевопосадцы и гости города смогут услышать уже на осеннего Сергия 8 октября. Все 25 колоколов задействуют 14 раз в год по большим церковным праздникам. Татьяна Трушкина, Феликс Дорохов, Кирилл Пилюгаев. День города.